Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Елена, это канал, посвященный вязанию, и сегодняшнее видео будет про вот этот кардиган. Да-да, снова. Поскольку были запросы, были заявки, были вопросы о том, как я его вязала. Просили девочки рассказать более подробно, поэтому я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Спасибо моей Матильде за то, что она согласилась продемонстрировать на себе это изделие. Она, конечно, покапризничала, как водится, но я ее уговорила. Так что, Матильда, стой спокойно, а мы с вами поработаем. Друзья мои, ну что, конечно же, это видео будет интересно, надеюсь, что будет интересно начинающим, тем, кто еще пока никогда не вязал подобную модель, реглан-погон, да, кто не знаком с этой техникой, либо, возможно, знаком, но пока еще не применял. Конечно, если вы опытная вязальщица, у вас богатый опыт, конечно, вы, ну, маловероятно, что найдете что-то полезное для себя в этом видео. Итак, давайте без лишних слов сразу же приступим к основным характеристикам этой модели. Итак, вы видите, да, что модель имеет две полочки спереди. Соответственно, логично, что мы вяжем не по кругу, а мы вяжем это изделие обратными поворотными рядами. Туда-сюда. Лицевой ряд, изнаночный ряд, говоря самыми простыми словами. Вяжется изделие сверху вниз. Соответственно, мы одновременно будем вывязывать все детали полотна. Передние полочки, сам реглан-погон. И название это не случайно, оно справедливо, поскольку действительно, вот посмотрите, у меня здесь четко очерчен этот самый пресловутый реглан-погон, да, видна его форма, напоминает несколько военную форму, стиль сафари, да, в общем, я думаю, что весьма-весьма узнаваемая форма. Затем мы будем одновременно в том же самом ряду вывязывать спинку изделия, затем будем вывязывать с этой стороны реглан-погон. Я еще не успела пока сделать здесь отделку, но это в ближайшем времени, конечно же, сделаю аналогичную. Ну и затем придем сюда, вернемся к передней полочке. Но все это нам предстоит только в дальнейшем. А сначала давайте разберемся, как же это вяжется. Для этого нам нужно с вами понять принцип вязания. Он вяжется несложно, этот погон, путем прибавлений. Собственно говоря, точно так же, как и в традиционном реглане, когда вы с помощью прибавок наращиваете полотно и тем самым выстраиваете будущий рукав. Да? Здесь тоже прибавки играют ключевую роль. Прибавление мы делаем с двух сторон от будущего погона. Количество петель на ширину погона вы для себя определяете самостоятельно, либо путем расчетов, либо путем интуитивным, так сказать. Да? То есть, ну, сами приблизительное количество сантиметров отводите на погончик и вяжете. Затем просто примеряете в процессе вязания и понимаете, устраивает вас или нет. Немного позже я поясню, почему я привела такой пример, почему я не являюсь стопроцентным поклонником точных расчетов вязаний и вязания образцов в том числе, но об этом я поясню чуть позже. Жизнь, как говорится, вносит свои коррективы. Это просто уже наработанное наблюдение. Итак, для того, чтобы нарастить вот эту вот горизонтальную линию, которая лежит у нас по плечу, мы с вами должны делать прибавление, внимание, в каждом ряду. На всем этапе вывязывания погона мы будем делать прибавления в каждом ряду. И в лицевом, и в изнаночном. И прибавления эти делаются с внешней стороны погона. Вот здесь и вот здесь. И в лицевом, и в изнаночном. С обеих сторон. С этой стороны и, соответственно, с той стороны. Затем, когда мы с вами свяжем длину погона, ту, которую для себя определили, как правило, в классической схеме вязания погона, эта линия заканчивается на 2/3 длины всего вашего плеча от той точки, которую вы для себя определили как начальная. Да? То есть мы с вами замерим обхват шеи в сантиметрах в той точке, которую вы для себя самостоятельно определите. Кто-то любит, когда вырез лежит очень-очень близко к шее, прям буквально ее обнимает. Кто-то, ну, любит наоборот, посвободнее, когда, может быть, даже вот так вот сидит изделие. Поэтому ту точку, от которой начнется у вас отсчет плеча для реглана погона, для вывязывания, вы для себя определите самостоятельно. Здесь я вам не советчик. Как правило, повторюсь, линия погона заканчивается над уровнем начала подмышки. Вот вы для себя определяете, где у вас начинается подмышка. Вот у Матильды она начинается вот здесь. Вот даже легко это проследить. Вот смотрите, по тому, как в манекене конфигурация плеча выстроена. Да? То есть вот раз, два, три. 2/3 занимает погон, а 1/3 это уже начинается увязывание самого рукава. Вот эта линия, где начинается подмышка у человека, эта линия есть точка окончания, конец вывязывания погончика.
Я надеюсь, что я понятно объяснила. То есть до этого момента 2/3 мы вяжем с прибавлениями в лицевом и в изнаночном ряду. Ну и, разумеется, спинка. Далее, когда мы с вами пришли к этой самой точке, нам с вами предстоит вязать несколько иначе. Мы начнем расширять полотно, вывязывать будущий рукав. Для этого мы переходим на другой алгоритм прибавлений. Только в лицевых рядах. В изнаночных рядах прибавления мы не делаем, только в лицевых. Причем самое любопытное заключается в том, что прибавления теперь перемещаются с внешних сторон погона, с полочки и со спинки, перемещаются во внутреннюю часть рукава. То есть прибавления мы делаем вот с этой стороны, от рукава будущего, ну и, соответственно, от продолжения погона, с этой стороны и вот с этой стороны, внутри. В каждом лицевом ряду внутри мы делаем прибавление с этой стороны и с этой стороны. Вяжем, затем вяжем рукав, соответственно, продолжаем вязать рукав, спинку, следующий рукав, полочки у нас уже начнут нарастать. Мы вяжем ровно ту высоту, которую вы для себя также самостоятельно определите, потому что линия вот эта вот, да, у всех у нас с вами разная. Кто-то любит удлиненную пройму, кто-то любит наоборот совсем, чтобы вот прям вот впритык-впритык было, да? То есть это все исключительно ощущение вашего комфорта, как вы для себя планируете сконструировать ваше будущее изделие. Определяйтесь. Опять же скажу, есть хрестоматийное понимание того, как это вяжется. В некоторых книгах, учебниках по вязанию утверждается, что линия погона и высота проймы, то есть прямая линия, которую мы будем вывязывать вот здесь вот, они в принципе равны. В принципе, все три участка вязания реглана погона должны быть равны. Но, как я уже говорила, жизнь носит свои коррективы. У нас у всех разная фигура, у нас у всех разная, в конце концов, толщина рук. Поэтому сказать, что это исключительно верное правило и нельзя от него отступать, я не могу. Поэтому самостоятельно, путем примерок, либо, второй вариант, путем расчетов, если вы приверженец строгой математики в вязании, тогда вы вывязываете вот это продолжение рукава, продолжение вот этой линии, как я уже сказала, делая прибавки внутри рукава в каждом лицевом ряду. В изнаночных рядах мы прибавлений не делаем. Итак, связали мы с вами вот эту вот вертикальную линию и переходим к окончательной третьей части вязания рукава. Так, Матильда, стой ровно, я же тебя просила. И вот здесь вот начинается самый привычный, пожалуй, для всех любителей вязания реглана этап, когда вы начинаете достраивать рукав с помощью традиционных прибавлений. Вы делаете прибавку и на полотне, то есть на полочке, и одну прибавку на рукаве. Соответственно, одну прибавку на рукаве, одну прибавку на спине. Традиционно, как мы вяжем с вами регланные линии. Да? Надеюсь, что это понятно. Если вдруг на словах вам сложно это все воспринимать, не переживайте. Это всего лишь вводная часть. Мы обязательно с вами присядем к рабочему месту и на листочке нарисуем наглядно, понятно вам все станет. Сейчас я просто даю, так сказать, вводную краткую информацию о том, как это вяжется. Конечно же, обязательно мы с вами будем вывязывать росток. Почему я говорю обязательно? Дело в том, что, в принципе, сама линия погона, она идет под наклонной за счет того, что мы делаем постоянные прибавления в разных рядах. То есть она по логике уже сама изначально имеет определенный наклон. Человеческая анатомия таким образом устроена, что все плечи у нас имеют наклон чуть-чуть вперед. Это касается абсолютно всех людей. В природе практически не встречаются ровные горизонтальные плечи. Возможно, бывает такое, но, честно говоря, это крайне-крайне редко встречается. Более того, существуют люди, у кого вот здесь вот, женщин многих, встречается вот здесь вот небольшой холмик, да, который тоже нужно учитывать. Для хорошей посадки нам тоже нужно учитывать. Для этого вывязывается росток, для того, чтобы погон у нас, вот как на Матильде, да, сейчас он немножко убегает назад. Я его каждый раз специально вот так вот поворачиваю для вас, да, вот подтягиваю. Это очень легко объясняется. Кардиган связан не по размеру Матильды. Он ей великоват. Он великоват для ее плеча. Я его вязала для себя, у меня совершенно другие размеры. Вот для того, чтобы у вас не был такой же эффект, как у Матильды, да, когда реглан убегает назад, нам с вами нужно, требуется вывязывать росток, чтобы сделать наклон погона правильным. А также, чтобы спинка у нас не тянула
назад, не оттягивал назад передние полочки, чтобы изделие сидело достаточно хорошо. Ну что, пожалуй, это все, что я хотела сказать про прибавление. Вот здесь вот я вам расскажу чуть позднее, сейчас пока об этом рано говорить. Это уже касается выстраивания вот этого V-образного выреза для того, чтобы полочки сомкнулись. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну что, а теперь давайте, как я и обещала, порисуем. В целом, техника вязания этой модели несложная. А как я уже и говорила, отчасти напоминает традиционный реглан, когда мы наращиваем полотно за счет расстановок прибавлений в правильных местах. По большому счету, здесь то же самое мы будем делать, только немножечко видоизменим постановку этих самых прибавок. Итак, как я уже и говорила, вот наш обхват горловины, обхват в сантиметрах, вы его самостоятельно для себя измеряете, либо возьмите изделие, которое на вас хорошо сидит, вас устраивает, и сделайте замер по изделию трикотажному, либо возьмите сантиметр, измерьте обхват вашей шеи, и затем, когда вы отвяжете образец в том узоре, в том рисунке, который вы для себя выберете, вы его постираете, вы его, возможно, отпарите, понаблюдаете за его поведением, и только после этого вы сделаете нужные замеры. То есть вот наша с вами горловина. Вот здесь у нас перед, это будут полочки, соответственно, плечики и спинка. Набирать петли мы с вами начнем вот с этого момента. Видите, пунктирной линией выделено. То есть для того, чтобы вязать V-образный вырез на полочках передних, мы с вами петли для полочек набирать не будем. Наберем лишь петли для плечика, для погона, наберем петли для спинки. Итак, для того, чтобы наращивать погон, как я и говорила, мы с вами будем делать прибавления в каждом ряду. Вот мы вяжем лицевой ряд, да? Начали вязать отсюда, мы вяжем лицевой ряд. Соответственно, мы делаем прибавления в каждом ряду. Закончили вязать лицевой ряд, разворачиваемся, переходим на изнаночный ряд и снова делаем прибавление. И снова делаем прибавление. Разворачиваемся на лицевой ряд и снова делаем прибавление. Вот таким вот чудесным и незамысловатым образом мы с вами надстраиваем наш погон до той длины, про которую я уже вам говорила, да? 2/3 от длины плеча. Как ориентир для вас должна быть вертикальная линия, там, где у вас начинается область подмышки. Ну, это как ориентир. На самом деле это все очень и очень индивидуально. Возможно, вы захотите, чтобы ваш погончик был немножечко спущен. Так что ориентируйтесь и примеряйте. Вообще, примерка дело полезное. Итак, вот мы с вами связали погон. Случайно линия погона на спинке отличается от линии, которая вот здесь вот у нас выстраивается спереди. Она действительно будет длиннее и достигается вот эта разница длины за счет того, что мы с вами будем увязывать росток. То есть здесь у нас петель будет больше действительно, чем вот на вот этой стороне. Затем, когда мы с вами связали до той точки, на которой мы решили остановиться вывязывать погон, дальше мы приступаем к вязанию самого рукава, части рукава. Вспоминаем, как мы будем дальше вязать. Прибавление мы делаем в каждом лицевом ряду, в изнаночных уже не делаем. В каждом лицевом ряду делаем внутри рукава, не выходим за его пределы. И получается вертикальная линия. На схеме здесь она нарисована под наклоном. В результате у нас получается вывязанная вертикальная линия проймы до той точки, которую вы для себя определите. Опять же, примерки или расчеты, как вам более комфортно, более удобно. Соответственно, та же самая схема у нас и вот здесь повторяется. Затем приступаем к вывязыванию третьей части рукава. Да? То есть вы заметили, что у нас он состоит из трех частей. Здесь, в общем-то, самый простой вариант, напоминающий вязание обычного реглана, когда вы делаете прибавление с обеих сторон полотна. То есть и на полочке, и на рукаве, и на рукаве, и на спинке. То же самое и здесь. Это прибавление у нас обозначены. А затем, как в обычном реглане, в лицевых рядах мы будем делать прибавление с обеих сторон полотна. Наращивать полотно. Давайте закрепим информацию. Конечно, все давно-давно все усвоили, все давно поняли, но закрепим. Изначально мы вяжем прибавки. Изначально мы делаем прибавления в каждом ряду, и в лицевом, и в изнаночном ряду по внешней стороне полотна.
Затем мы переходим на прибавление только в лицевых рядах во внутренней стороне полотна. И затем мы приступаем к универсальной части, когда прибавки идут и с внутренней, и с внешней стороны полотна, также в каждом лицевом ряду. Изнаночные ряды у нас идут без изменений. Это основная техническая информация. А теперь переходим с вами к ростку. Давайте разберем его. Он нам необходим для того, чтобы плечико у нас имело правильный наклон, да, и не закатывалось назад, не убегало назад. Росток мы с вами будем вывязывать в зависимости от той высоты, которая вам также необходима. Да, существуют традиционные стандарты. До 50 размера росток составляет от 2 до 4 сантиметров на взрослого человека, от 50 размера и выше от 4 до 7, а иногда и даже до 8 сантиметров. Но там уже нужно действительно смотреть особенности фигуры. Вот тот выступ, холмик на уровне седьмого позвонка, я об этом уже говорила, но это все очень и очень индивидуально. Я для себя определила, что у меня росток составлял 2,4 сантиметра, ну, условно 2,5 сантиметра. В общем-то, вяжется он, как и в традиционном реглане, обратными поворотными рядами, укороченными. Итак, длину этого погона, вот какова она будет в сантиметрах, это вы должны определить для себя сами. У меня было отведено на погон 12 петель, которые я, соответственно, разделила на равноценные участки по 3 петли. А с одной стороны, соответственно, то же самое с другой стороны. 3 петли, 3 петли, 3 петли, 3 петли. При вязании ростка я вначале не стала делать прибавление вот здесь вот с внешней стороны погона, которое необходимо делать по классической схеме. Почему? Ну, я, как и говорила в предыдущем видео, 4 раза перевязывала эту модель, смотрела на ее посадку, смотрела, как лучше смотрится, чтобы здесь вот не возникало складок дополнительных. И пришла к такому выводу, что вот в первом ряду, когда я только-только начинаю вывязывать росток, мне здесь прибавка не нужна, потому что полочка спереди немножечко, знаете, так вот подскакивала, такая небольшая складочка получалась, выступ. Эту петельку я в первый раз провяжу только тогда, когда закончу вывязывать весь росток. Итак, провязала первую кромочную, затем петли погона, 12 петель погона. И вот здесь вот была сделана первая прибавка, обозначу ее крестиком, первая прибавка. Затем 9 петель одной половины выреза горловины на спинке, 9 петель второй половины выреза горловины на спинке. Ну, здесь можно повесить маркер просто для ориентировки, да, чтобы просто удобно было вязать, понятно. Итак, в лицевом ряду вяжу, дошла до будущего погона с этой стороны и делаю первую прибавку. Вот здесь вот. Затем провязываю 3 петли будущего погона. На четвертую петельку, вот я их все провязала, 1, 2, 3. На четвертую петельку делаю накид для того, чтобы развернуться и не возникало дырочки. Ну, в общем-то, поворотные ряды я вязала с накидом. Вы можете вязать другим способом, как вам удобно. Их масса, поверьте, масса вариантов, способов вязать укороченные ряды и как избежать дырочек между стыковкой вот этих вот рядов. На четвертую петельку делаю накид и разворачиваюсь. Наступает черед изнаночного ряда. Я провязываю обратно четвертую петельку с накидом. Я не провязываю, она так и остается. Заново провязываю 3 петли изнаночные. И здесь второй накид ставится. Затем изнаночными петлями мы возвращаемся обратно. Здесь было 9 петель, стало уже 10, потому что вот это 10-е. Провязали 10 петель. Здесь точно так же мы провязываем 10 петель, вот она 10-я петелька, и точно так же ставим накид. У нас уже с этой стороны 2 накида. Повторяю, мы сейчас вяжем изнаночный ряд. Провязываем 3 петельки и на четвертую накидываем петель. Накидываем вот такой вот накид, я в виде петли его нарисовала. Разворачиваюсь и оказываюсь в лицевом ряду. Провязываю эти же 3 петельки. И опять ставлю накид. Соответственно, здесь у нас было 10 петель. Теперь у нас уже, давайте посчитаем, 9, 10, 11, 12 уже. И опять ставлю накид. Затем вяжем лицевой ряд. Вяжем лицевой ряд. Ставим накид для того, чтобы уравновесить количество накидов. Да, у нас с обеих сторон. Провязываем 3 петельки.
четвертую вместе с накидом провязываю и еще 3 петельки. Вот, 1, 2, 3. Затем снова делаю накид на петлю из следующей троицы, но эту петлю я не провязываю. Этот накид, он просто мне послужит возможностью развернуться без дырочек. Разворачиваюсь и вяжу обратно 3 петли, 3 петли, накид, возвращаемся обратно, пришли в эту сторону, накид, 3 петли, 1, 2, 3 петли. Это мы изнаночный ряд вяжем, помним, да? Опять делаем накид, чтобы нам красиво, аккуратно развернуться. И разворачиваемся на лицевой ряд. Обратно провязываем 3 петли, 3 петли. Делаем прибавку и идем лицевым рядом в эту сторону. Делаем прибавочку. 3 петли провязали, 3 петли провязали. Теперь настал черед той самой петельки, на которую мы накид сделали. Вот ее провязали, вот эту троицу провязали. И вот в этом последнем участке, в третьей петле, снова делаем накид. Теперь разворачиваемся. У нас с вами изнаночный ряд. Точно так же провязываем все петельки погона. Ставим накид. Вяжем обратно изнаночный ряд. Накид. Петельки погона. Мы с вами пришли к последней части и последней троице. Точно так же мы ее провязываем и накид мы делаем на последнюю кромочную петлю для того, чтобы нам развернуться. Вот здесь вот я накид не делаю, потому что мы вязали изнаночный ряд. Понятно, да? И вот после того, когда будут провязаны в изнаночном ряду, вот с этой стороны, откуда мы начинали вязать, провязаны все-все-все петли погона, напоминаю, у меня их 12, вот у нас с вами связан росток полностью, мы его завершили. И вот теперь в лицевом ряду я провязываю кромочную, ту самую, на которую я сделала накид, для того, чтобы красиво, аккуратно развернуться. И впервые буду ставить накид вот сюда. То есть наращивать погончик уже из этой стороны, со стороны передней полочки. Все, накид, 12 петель погона без изменений. Мы вяжем лицевой ряд, накид. Обратите внимание, какая разница, сколько накидов у нас уже здесь выполнено, а здесь всего лишь один. Не пугайтесь, все правильно. Мы поступаем с вами правильно. Вяжем лицевой ряд, накид, петли погона и первый накид вот здесь вот. Это изнаночный ряд. И дальше одна кромочная петля. Это изнаночный ряд. Мы его завершили. Разворачиваемся, вяжем накид, петли погона, накид. Вяжем петельками изнаночными, но в том случае, если вы лицевой гладью, конечно, вяжете. Вяжем петли спинки, накид, петли погона, накид. И здесь у нас уже не одна кромочная, а 2 петельки. Помним, да, мы в предыдущем ряду сделали накид. Значит, здесь у нас уже подросла полочка на целых 2 петельки. Разворачиваемся, вяжем лицевой ряд. Точно так же накид, петли погона, накид. И вот по этой схеме мы с вами наращиваем, 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 наращиваем погон. Сложного ничего нет. Мы с вами поняли, надеюсь, поняли, как вывязывать росток. Очень и очень просто. Если у вас нечетное количество петель отведено на погон, на ширину погона, ничего страшного, не пугайтесь. Вам не обязательно делить на равное количество петель. То есть вот эти участки для вывязывания ростка, чтобы они были одинаковые, вовсе нет. Зачастую вяжут несколько иначе. Например, 3 петельки, 4 петельки, 3 петельки, если у вас, например, меньшее количество петель. Поэтому пугаться не стоит этого. Таким образом, мы с вами вяжем, как я уже и рассказывала, весь рукав. Что касается вывязывания, собственно говоря, полочек. На Матильде, конечно, это не очень хорошо было заметно, потому что, как я уже и говорила, это не ее размерчик. Она просто у нас выступила сегодня в качестве вешалки, уж прошу прощения, пусть она не обижается. Но на мне, на видео предыдущем, в принципе, это было заметно. Конфигурация выреза у меня вот такая. Прямая линия вертикальная, прямая линия вертикальная, и только затем пошли прибавления
которые позволили мне эти две полочки соединить в определенном месте. Мне пришлось по душе такое решение. Я его вязала очень просто. Когда я делала прибавление для самого погона, когда я вывязывала горизонтально на плече, вот здесь вот я прибавлений на передней полочке не делала. Как вы помните, у меня прибавки шли только для погона. А для того, чтобы наращивать V-образный вырез, по логике нам следует делать прибавление вот здесь вот, да? Правильно, чтобы полочка шла вниз. Только когда я завершила вывязывать погон и приступила к вывязыванию вертикальной части на высоту проймы, вот в этом месте я приступила к прибавкам для увеличения ширины полочки, для того, чтобы она расширялась, и, соответственно, они воссоединились. Вот на вот этом месте, вот здесь вот, вот у меня погончик, вот здесь вот я стала делать прибавки. Прибавки я делала в каждом втором лицевом ряду. И таким образом у меня нарастала полочка. Причем эти петли я провязывала изнаночными, не лицевыми, изнаночными, для того, чтобы подчеркнуть разницу фактуры полотна. Ну, что говоря простым языком, была видна разница в рисунке. Если такой вариант вас не устраивает, и вы бы хотели, чтобы у вас V-образный вырез сразу, с самого начала, имел вот такую вот ровную линию, не ломаную линию, как в моем случае, а ровную, тогда все очень просто. Тогда на этапе, когда вы завершите вывязывание ростка, и вот у вас случится вот здесь вот первая прибавка, вы просто делаете перед первой кромочной, делаете еще одну прибавку, которая у вас будет наращивать полотно вот в эту сторону. Эти прибавки вы делаете с тем ритмом, который сами для себя определите. Если вы будете вязать в каждом втором лицевом ряду, тогда у вас они очень-очень-очень быстро сойдутся, и сам вырез будет не очень глубоким, небольшим. Если вы будете делать, например, в каждом четвертом ряду прибавления, соответственно, у вас будет более медленно-медленно наращиваться полотно, и вырез у вас будет более глубокий. Так что это уже принимать решение вам самостоятельно. Ну, я надеюсь, что мои пояснения, в общем-то, привнесли некую ясность и дали вам понимание, как это вяжется. Но если вдруг что-то непонятное, пожалуйста, не расстраивайтесь. Сейчас мы с вами вместе повяжем. Мой кардиган был связан из пряжи базар. Этот вид бобинный, 270 метров на 100 граммов. Приходится здесь смесь мериносовая шерсть и полиамид. В следующий раз я буду вязать из другой пряжи. Это тоже твид, но не бобинный. Это моточная пряжа Троицкой фабрики. Называется шотландский твид. Я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Пряжа себя прекрасно зарекомендовала. В общем-то, в ней я уверена. Моточек 100-граммовый. Здесь 360 метров на 100 граммов приходится. То есть разница все-таки присутствует. Соответственно, и другие расчеты для вязания. Посмотрите на образец, предварительно связанный. В принципе, никаких нареканий нет. Петельки даже в черновике укладываются ровными рядами. Никаких плясок не наблюдается. И достаточно аккуратно смотрятся прибавки и, соответственно, сама линия погона. Вот посмотрите. Причем это и с изнаночной стороны также аккуратно. В общем-то, меня это, конечно, очень подкупает. В целом, мне эта пряжа очень нравится. Поэтому вязать буду из нее. Ну, а из какой пряжи будете вязать вы, конечно же, это вам принимать решение самостоятельно. Спицы. Тот же самый прием. 3,5 мм одна спица и 4 мм вторая спица. Это спицы из набора Adi Click Basic. Спицы на регулируемой леске. Можно надевать на одну леску спицы разных размеров. Ну что, давайте приступим к вязанию. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель, вам предварительно требуется связать образец тем рисунком, который вы для себя запланировали. Я буду вязать лицевой гладью, а также будут петли изнаночные. Вот конкретно здесь на погоне изнаночные петли. Вы вяжете этот образец и высчитываете, сколько петель у вас приходится на 1 сантиметр, а также сколько рядов у вас приходится также на 1 сантиметр. Эту информацию необходимо зафиксировать для того, чтобы вам понять, сколько рядов вам потребуется, чтобы связать росток.
Да? Вот вы, например, для себя определите, что у вас росток будет 2 сантиметра, или 3 сантиметра, или 2,5 сантиметра. И смотрите, сколько рядов у вас в этих самых 2, 2,5 или 3 сантиметрах. Затем это количество рядов вы раскидываете на росток. Вот то, что я показывала, да, то есть вы делаете деление на части на погончике, вот здесь вот, и будете понимать, сколько раз вы это количество рядов просто раскидаете на количество поворотов на погоне. Я думаю, что это несложная информация, это самая-самая простая начальная информация. Теперь, как я обещала, такая немножечко лирическая пауза будет. Я поясню, почему я не являюсь сторонником вязания, точнее, не вязания образцов, а преданной веры в ту информацию, которую выдают образцы. Дело в том, что жизнь-то всегда вносит свои коррективы, и математика нам может подсказывать, что необходимо связать такое количество, такую высоту ростка, такое количество рядов для ростка, а потом, когда вы примеряете, вы понимаете, что что-то не сходится. А вопрос может быть элементарным, точнее, объяснение может быть элементарным. Мы все люди, у нас, например, одно плечо может быть чуть выше, другое чуть ниже, одно может быть ровненькое, второе чуть-чуть под наклоном. Ну, это нормально, это у всех людей наблюдаются такие различия, такая симметрия в теле. И вот, казалось бы, такой незначительный нюанс, а изделие уже не сидит. А математика, расчеты говорят о том, что оно должно хорошо сидеть. Ведь расчеты по образцу показали такой результат. Поэтому я все-таки склонна к тому, что, наверное, правильно примерять, наверное, правильно вязать и постоянно делать примерки, чтобы наблюдать, правильно ли у вас усаживается изделие. Возможно, вы посчитали для себя чуть-чуть большую, ну вот буквально на пол сантиметра большую длину вот этого самого погона, и уже смотрится не так. И уже вы смотритесь шире, и уже кажется, что у вас спина шире, и плечи. Плечи шире, массивнее. А вот чуть-чуть, на пол сантиметра сделать их покороче, а видно это только во время примерки. Только визуально вы это можете оценить. Вот чуть-чуть, казалось бы, на пол сантиметра сделать покороче длину погона, а уже все, уже все ваши расчеты не актуальны получаются. Вот. Надеюсь, что я никого не обидела, не огорчила такими рассуждениями. Это исключительно моя позиция. Я вам скажу так. Я, когда работаю с изделиями на заказ, когда мы в ателье работаем, когда я работаю с мастерицами, которые вяжут. Конечно, да, конечно, мы берем мерки с клиента, и, конечно, естественно, идут строгие расчеты, но при этом идут примерки. Особенно если клиент из нашего города, ему несложно подъехать к нам, вот, и мы обязательно назначаем рандеву, назначаем время примерки, дату примерки. Если я вяжу для себя, то я не верю слепо информации, которую мне выдают образцы. Я тоже больше ориентируюсь на примерки. Итак, конкретно я сейчас по своим данным, как я уже сказала, по своим расчетам и по выводам, благодаря примерке, опять же, этого уже отвязанного образца, я буду вязать следующим образом. У меня 12 петель уйдет на погон, 18 петель изначально набирается на спинку. Почему здесь первый наборный край идет на дополнительную нить? Нам потом с вами это очень здорово пригодится, точнее, нам это с вами потом облегчит жизнь. Когда будем набирать петли по кромке, будущая кромка у нас здесь вырисовывается, да, когда мы свяжем уже полочки, мы будем набирать петли для того, чтобы делать отделку, для того, чтобы вязать ту самую косичку, которая многим понравилась, и меня просили показать, как же эта жаккардовая косичка вывязывается в качестве планки, вместо планки. Вот, для того, чтобы нам с вами здесь не мучиться, мы просто уберем вот эту вот дополнительную ниточку, и у нас уже будут открытые петли, по которым мы просто будем аккуратненько оформлять вырез горловины. Вот и все. Просто сами себе облегчим жизнь. Ну что, давайте приступим к вязанию. Итак, берем дополнительную нить и спицу. Итак, как мы набираем петли? Давайте вспоминаем. Одна петелька у нас кромочная. И 12 петель нам нужно сразу набрать на погон. Из этих 12 вот одна уже у нас появилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.
На спице 13 петель, 1 кромочная и 12 петель погона. Теперь я набираю 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это ровно половина выреза горловины со спинки, включая погоны. Ровно половина. Снова набираю 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. 18 петель спинки у нас набрано. 1 петелька кромочная, 12 погона, 18 спинки. Теперь что мы делаем? Правильно. Логично, что мы набираем другой погон. 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последняя кромочная. Аналогично той, которую мы набрали в начале. Это наша будущая передняя планка. Теперь мы вводим в работу нить основного цвета и провязываем лицевой ряд, изнаночный ряд. Это у нас будут установочные ряды. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking if it's just love. Сейчас я приступаю к вязанию изнаночного ряда, и первую кромочную петельку я провязываю для того, чтобы у нас вот эта вот петля набранная на дополнительную нить не соскочила потом, когда мы ее уберем, дополнительную ниточку. Поэтому первую кромочную провязываю. Итак, изнаночный ряд провязан. Теперь мы приступаем к вязанию ростка. И давайте разберем подробно, как мы это с вами будем делать. Рекомендую вам, особенно если вы начинающий, вяжете впервые в такой технике, рекомендую вам использовать маркеры для того, чтобы обозначать точки разворота. Отметите самые участочки на будущем погоне. Отметить участки точек разворота. Помним, да? Три петельки, три петельки, три петельки. Я не буду ставить маркеры для демонстрации. У меня, к сожалению, просто нет такого количества маркеров. Но я думаю, что если даже вдруг у вас тоже нет такого количества маркеров, то просто потребуется от вас внимательность и терпение, и все получится. Обратите внимание, как связан погон. Да? То есть у меня с обеих сторон по погону его обрамляют лицевые петли. Две лицевые петельки, две лицевые петельки – это такая как будто бы планочка. А сам погончик связан изнаночными петлями. Вот я вам, собственно говоря, буду показывать точно так же на этом примере. Ну что, приступаем. Давайте вспомним. Я рассказывала вам, когда рисунок показывала первую петельку, я провязываю. Это наша будущая полочка. Но пока что до этого еще очень-очень далеко, поэтому пусть она будет пока одинокой кромочной петелькой. Итак, теперь 12 петель будущего погона. Здесь я прибавку в этом ряду не делаю. Сделаю прибавку первую перед погоном. Вот здесь вот первую прибавку я сделаю только тогда, когда полностью будет связан весь росток. Иначе, если сейчас сделать прибавку, полочка будет вперед вот так вот подпрыгивать. Вот это вот одна, казалось бы, одна единственная прибавка, да, то есть одна дополнительная введенная в полотно петля даст вот такое вот подпрыгивание полотна потом в будущем. Нам это не нужно. Итак, одну петельку мы провязали. Теперь
2 лицевые. Восемь изнаночных. Раз. Два. У меня поворот петли как в бабушкином способе, да? Поэтому я вяжу за заднюю стенку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. 7, 8 и 2 петли лицевые мы завершили погон. 2 на кромку, 2 на кромку погона и 8 на его внутреннюю часть. И вот сейчас вот здесь мы с вами будем делать первую прибавку для того, чтобы наращивать наш погон и наращивать росток. Как я делаю прибавки? Из протяжки предыдущего ряда скрещенным способом. И еще один очень важный момент. Все прибавки будут выстраиваться у меня, конкретно у меня. У вас может быть совсем по-другому. Возможно, вам вообще этот способ не нравится, и вы, например, любите делать вот таким образом, просто скрещенным накидом петель, вот так, ниточки на спицу. Возможно, так. Это ваше право. Все прибавки у меня будут смотреть в сторону от погона. Соответственно, в лицевом ряду прибавка у меня будет с наклоном влево от погона, а в изнаночном ряду, когда будет прибавка, она будет точно так же, вот погон, от погона, то есть она у меня будет уже здесь с наклоном вправо. Вот здесь я буду вязать в лицевом ряду с наклоном влево, вот здесь, в этом же самом погоне, с наклоном вправо. Покажу, как это буду делать. Итак, сейчас наступил черед первой прибавки. Поддеваю протяжку предыдущего ряда правой спицей, надеваю ее на левую спицу, ну, чтобы было удобнее, да, и провязываю скрещенной лицевой петлей. Скрещенной лицевой петлей. Вот первая прибавка. Теперь вспоминаем. 9 петель, так проще. Хотите 9 вяжите, хотите сразу 18, если вы помните, сколько у вас петель. Дело в том, что потом это количество петель будет увеличиваться. А как я уже сказала, у меня нет маркеров, поэтому я просто запоминаю. 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. У вас может быть совсем другое число при ваших расчетах. У вас может быть и 10, и 11, или наоборот меньше. Еще это зависит от того, какой пряжи вы будете вязать. Здесь 360 метров на 100 граммов, а у вас, возможно, пряжа 270 метров. Значит, соответственно, у вас будет уже здесь не 9 петель, а меньше, потому что толщина пряжи больше. Соответственно, петли больше по размеру. Значит, здесь у вас будет уже не 9, а 6 петель, возможно, даже 5. Ну, это зависит еще от вашего размера. 9 петель я провязала, дошла до середины спинки. Я сейчас нахожусь на середине вязания. Теперь снова провязываю 9 петель, двигаюсь в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот я пришла к будущему погону, который у меня будет вырисовываться с этой стороны. Что я делаю здесь? Правильно, я делаю здесь тоже первую прибавку у этого погона. Но, как я уже сказала, прибавки у меня смотрят в сторону от погона. И если там я делала, вот с этой стороны погона я делала с наклоном влево, то сейчас здесь я сделаю прибавку с наклоном вправо. Очень легко запомнить. Вот погон. Соответственно, прибавки всегда будут смотреть от него в разные стороны. Ну, так красиво, аккуратно смотрится, на мой взгляд. Подчеркиваю, на мой взгляд, у вас, возможно, другое мнение. Как сделать прибавку? Протяжку из предыдущего ряда я беру, подхватываю не правой спицей, как в прошлый раз мы поступили, а левой спицей. Вот, подхватила. И теперь она у меня, видите, такая открытая, растянутая петля получилась. Я ее подхватываю вот здесь вот спереди. И провязываю для того, чтобы у меня получилась перекрученная, вот, видите, перекрученная петелька. Все, дырочки нет. Все, мы сделали первую прибавку, и теперь приступаем к вязанию того самого ростка, да. Будем как раз сейчас первый раз вывязывать первый участок из 3 петель. Вспоминаем, как у нас начинается погон. 2 лицевые, потом остальные изнаночные. Вот, 1,
Два – это кромка погона. И третья петелька из этой первой троицы, из этого участка. Да? Вот мы ее провязываем. И сейчас нам с вами нужно развернуться. Мы же вяжем укороченные ряды. Как мы разворачиваемся? Мы на четвертую петельку накидываем ниточку и петельку возвращаем обратно. Она нам пока больше не нужна. Разворачиваемся. Да, видите, какая сцепка у нас происходит? Вот у нас откуда тянется нить. Да? Мы сделали накид. И теперь вот эти три петельки погона мы провязываем по рисунку. Здесь у нас была изнаночная, сейчас на нас смотрит лицевая. Значит, мы провязываем ее как лицевую. Раз. И две изнаночные. В лицевом ряду они лицевые, помним, да? Кромка. Два. Три. Все, этот первый участок сложный мы провязали. Помним, что здесь мы делали прибавку, потому что у нас закончился погон. Сейчас мы начнем вывязывать спинку. Здесь мы точно так же в изнаночном ряду делаем прибавку. Прибавку с наклоном влево. Почему? Вспоминаем. Потому что погон и все прибавки будут смотреть в сторону от него. Поэтому с наклоном влево. Прибавки в изнаночных рядах я провязываю, как ни странно, тоже лицевыми петлями. Удивительно, да? Изнаночный ряд, казалось бы, логично провязывать прибавку изнаночными. Но нет, я провязываю их лицевыми петлями. Это аккуратно будет смотреться в итоге вот здесь вот по лицевой стороне. Вы потом в этом убедитесь. Получится вот такое красивое обрамление из дужек петель. Вот. Получится в итоге красивое такое обрамление из дужек. Полудушки получится петель. Вот видите, как это смотрится. Поэтому не пугайтесь. Сейчас в изнаночном ряду прибавку я точно так же буду делать лицевой петлей. Итак, подхватываю, надеваю на спицу и провязываю скрещенной, да, то есть вот мы ее вот так вот подхватываем петельку и провязываем лицевой петлей скрещенной. Вот, сделали прибавку. Дальше вяжем петли спинки до той прибавки, которую мы сделали в лицевом ряду. У нас было 9 петель. В лицевом ряду мы сделали прибавление. Соответственно, у нас сейчас на спинке с одной стороны 10 петель и с другой стороны уже по 10 петель. То есть спинка у нас уже расширилась на целых 2 петельки. Ну что, поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы с вами пришли на серединку спинки. Если у вас есть маркеры, то здорово отметить ее тоже, ну, как ориентир. Теперь снова вяжем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы с вами подошли вплотную к погону. Помните, да? Мы вязали погон. Вот у нас изнаночные петельки, вот у нас две петельки кромки погона. Вот мы к нему подошли. Здесь нам необходимо сделать прибавку. Прибавку с наклоном вправо от погона смотрит. Как мы ее делаем? Вот так левой спицей подхватываем. Очень логично. Вправо делаем, значит, подхватываем левой спицей. Влево делаем прибавку, подхватываем правой спицей. И провязываем скрещенной лицевой петлей. Теперь мы проделаем тот же самый фокус-покус, который проделывали на погоне с этой стороны. Да? То есть мы провяжем первую часть, состоящую из трех петель. На четвертую петельку сделаем накид и развернемся. Повторим действие. Итак. Две петельки кромочки погона, это две лицевые, две петельки кромочки погона, это две изнаночные, одна петелька лицевая, да, мы же с вами вяжем сейчас изнаночный ряд, значит, она у нас лицевая, и на эту петельку, четвертую, мы делаем накид, вот мы ее сняли, перекинули петлю, вот так, таким образом, и петельку вернули, разворачиваемся.
Девочки, бога ради, я понимаю, что, возможно, тем из вас, кто опытен и все это хорошо понимает, я понимаю, что для вас это слишком нудно, слишком дотошно, но, как выяснилось, есть зрители, для которых все это в новинку, и для которых, в общем-то, это достаточно непросто для понимания. Поэтому видео такое подробное, буквально каждый шаг. Я надеюсь, что оно будет полезно тем, кому это действительно требуется. Итак, продолжаем вязать. Вот мы с вами развернулись, вяжем лицевой ряд. Снова вяжем 3 петельки нашего погона. Изнаночная, 2 петельки, которые обрамляют погон. И здесь наступил черед делать снова прибавку. Вот уже у нас 2 прибавки мы делали, помните, да? Одну мы сделали в лицевом ряду, в самом первом. Вторую прибавку мы сделали в изнаночном ряду. И сейчас в лицевом мы снова делаем прибавку. Вспоминаем, как влево прибавка. Правой спицей поддевается. Вот петелька. Мы ее создали. Это протяжка предыдущего ряда. И мы теперь должны ее скрещенным образом провязать. Молодцы, провязали. Все, теперь мы вяжем петли спинки до следующего погона. Вяжем лицевыми петлями, потому что мы находимся в лицевом ряду. But you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night. Если вдруг у вас так же, как и у меня, нет нужного количества маркеров, не надо отчаиваться. На самом деле по рисунку все видно. Вот обратите внимание, вот у нас изнаночные петельки и вот у нас лицевые. Понятно, что изнаночные 2 петли, это уже мы начали вывязывать погон. Соответственно, от изнанки 2 петли мы отводим на кромку погона. И вот здесь вот после 2 этих петель мы ставим накид всегда. Поэтому это очень легко запомнить. Где заканчиваются изнаночные, от них мы отсчитываем 2 лицевые. И вот тут вот всегда мы ставим накид. Итак, раз, два. Провязываем накид. Вот даже видно, что это накид, который мы делали в прошлом изнаночном ряду. И теперь мы пришли к погону. Вот он, наш будущий погон. Что мы делаем? Правильно, мы делаем прибавку с наклоном вправо. Соответственно, спицей поддеваем левой. Да, все наоборот, все в зеркальном отображении. Легко запомнить. Берем эту петельку и провязываем скрещенные. Молодцы. Теперь, смотрите, мы с вами провязали, помните, да? В прошлый раз мы провязали первый участок, состоящий из 3 петелек. Вот они. Раз, 2 и изнаночная. Теперь нам нужно провязать второй участок, состоящий из 3 петелек. На одну из них, на первую петельку этого участка, мы делали накид. Помните, когда разворачивались? Поэтому берем эту петельку и провязываем изнаночной. Раз, 2, 3. Все, мы провязали следующие 3 петли участка для разворота. На эту петельку, следующую за последний третий, мы делаем снова вот такой вот накид и петельку возвращаем на место. Разворачиваемся. Все, в голове у нас должно отложиться, что мы уже на погоне провязали не 3 петельки, а 6 петель. Мы молодцы, мы уже нарастили погон. Вяжем обратно 6 петель. Раз, два, три. Это первый участок, который мы только что провязали. Опять 3 петли. Изнаночная и 2 лицевые. Это второй участок, который мы уже провязали. И вот здесь вот мы ставим снова прибавку, потому что наш погон закончился. Дальше начинаются петли спинки. Делаем прибавку. С наклоном влево, соответственно, правая спица у нас выступает в качестве рабочей. Да? Ну, я имею в виду той спицы, которой мы поддеваем петельку. Итак, сделали прибавку. И дальше мы вяжем изнаночными петлями ряд до погона. I'm just fine, 'cause I got you.
погону. Здесь мы снова делаем прибавление. И теперь вяжем погон. С изнаночной стороны мы проделываем те же самые манипуляции, которые проделывали в лицевом ряду, но уже на изнаночных петлях. Итак, 3 петли первого участка. 1, 2, 3. Теперь нам нужно провязать 3 петли второго участка. Вяжем их лицевыми, потому что на лицевой стороне они у нас будут изнаночными. 1, 2, 3. И на четвертую петельку, это уже петля следующего участка, мы накидываем ниточку. Вот таким образом. Вот мы ниточку перекидываем, петельку возвращаем обратно, она нам пока не нужна, и разворачиваемся. И с этой стороны мы провязали 6 петель погона. И с этой стороны мы уже с вами провязали 6 петель погона. Теперь возвращаемся и в лицевом ряду будем провязывать еще 3 петли погона. Уже будет не 6, а 9 в лицевом ряду. Итак, поехали. 1, 2, 3. Первый участок. 1, лицевая, лицевая. 2, 3. Второй участок провязали. Делаем прибавление. Молодцы! Я думаю, что все понятно, предельно ясно. Далее лицевыми петлями вяжем вплоть до следующего погона. Очень аккуратно, очень скрупулезно, не торопимся. Если вдруг что-то не получается, спокойно, без нервов, распускаем, не расстраиваемся. Это все рабочий процесс, абсолютно. Не бывает людей, кто никогда бы не совершал ошибки, особенно если что-то делается впервые и что-то не очень понятно с первого раза. Это абсолютно нормально, поэтому себя корить точно не надо. Не получилось, распустили, перевязали. Главное делать все с удовольствием, тогда все получится, это точно. Пусть не с первого раза. Итак, мы с вами приближаемся к следующему погону. Вот прибавочка, которую я делала в изнаночном ряду. Ее даже видно. Видите, такой узелок, состоящий из изнаночной петельки. Я, конечно, понимаю, что твидовая пряжа, она такая немножечко пестрая, и не все может быть хорошо видно, но мы же с вами сразу определились, да, что мы будем вязать из твида. Поэтому, ну, я уж сразу прошу прощения за это. Итак, мы с вами приблизились к погону. Что мы делаем? Правильно, мы делаем прибавочку. С наклоном вправо, потому что нас смотрит от погона, в сторону от погона. Сделали прибавочку. Теперь 3 петельки первого участка, 2 лицевые, изнаночная. Первый участок провязали. Молодцы. Еще 3 петельки второго участка. Мы уже его провязывали, помните, в прошлый раз? Молодцы. И теперь нам предстоит провязать еще 3 петли погона. Все они изнаночные. 1, 2, 3. Молодцы. На эту петельку мы делаем накид. Ну, вот таким образом. Просто протягиваем нить, петельку возвращаем обратно. Разворачиваемся. И по этой же самой схеме вяжем обратно. Здесь у нас уже с вами 9 петель на погоне провязано. Отлично. Вот их и вяжем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 и 2 изнаночные в конце. Это кромка погона. 2, 3. Погончик завершили. Делаем снова прибавку. Не забываем. Прибавку с наклоном влево. Сделали прибавление. И вяжем теперь изнаночными петлями спинку. Every day we dance and life's been smiling. We're not young, still drunk in love. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own. Cause you are here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. La 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 la. La 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 la
Мы с вами приблизились к погону. Делаем прибавочку с наклоном вправо. Она смотрит у нас в обратную сторону. Как бы отвернулась, да, от погона. Сделали прибавку. И тоже здесь у нас провязано 6 петель, да, погона. Нам нужно провязать еще 3, чтобы было 9. Ну, повторить, грубо говоря, то же самое, что мы сделали на предыдущем погоне. Итак, вяжем. 1, 2, 3 петельки. Снова 3 петельки. 1, 2, 3. И еще 3 петельки захватываем. 1, 2, 3. Отлично, мы уже целых 3 участка провязали на погоне. У нас остался всего лишь один, мы его провяжем потом. Так, что мы делаем? Берем петельку, подхватываем, перекидываем ниточку, петельку возвращаем на место. Разворачиваемся. Лицевой ряд. Все. Снова вяжем эти самые 9 петель погона. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Это уже 6. 1, 2, 3. 9. Какие мы с вами молодцы, правда? Провязали 7 изнаночными, 2 лицевыми. Смотрите, что у нас уже получается. Прям четко вырисовывается уже погон с красивым обрамлением из лицевых петель. Причем они же у нас идут под наклоном по отношению к самой спинке. И смотрится очень красиво. Итак, мы связали с вами будущую часть погона. И теперь снова делаем прибавочку. В общем-то, это должно уже быть на автомате. Делаем прибавочку, которая у нас отвернулась от погона, смотрит в левую сторону. Все, сделали прибавочку и вяжем лицевые петли. Петли спинки до следующего погона. Вот, так как у нас погон уже четко вырисовывается, да, то уже, в принципе, можно даже без маркеров видеть, где мы ставим прибавки. Четко видно. Вот изнаночные петли, вот 2 лицевые кромочные у погона. И, соответственно, сразу за этими кромочными мы ставим сюда накид. Вот сюда. Очень легко запомнить. И маркеры никакие не нужны. Итак, вот мы приблизились к погону. И что мы делаем? Правильно, даже уже не буду озвучивать. Мы делаем прибавку. Угу. Молодцы. Ну что, мы с вами провязывать сейчас будем последний участок, состоящий из 3 петель, и завершать погон. Ну что, давайте. 1, 2, 3. Молодцы. 1, 2, 3. Молодцы. Это 6 петель погона. 1, 2, 3. Это уже 9 петель погона. И последние. 10, 11, 12. Провязываем. 1 изнаночная. И последние 2 петельки погона. 11, 12. У нас идет лицевой. Правильно? Правильно. Лицевая. Меня немножко неправильно я набрала при наборе. Я ее поэтому скрещенной провяжу. Лицевая. И остается последняя кромочная петелька. Погон мы с вами завершили. Но помните, да, что мы набирали плюс одну дополнительную кромочную петельку, которая впоследствии пойдет на уже выстраивание полочки передней стороны кардигана. Вот на эту петельку мы точно так же, как и раньше делали, вот так вот накидываем ниточку. Она у нас, получается, торчит как бы у начала вязания. Ничего страшного. И разворачиваемся. Вот этот вот способ позволяет избежать дырочек при переходах с ряда на ряд. Когда мы вяжем укороченными рядами, у нас получается вот такой вот переход с ряда на ряд. В принципе, есть масса других вариантов. Есть замечательный немецкий способ. Обязательно погуглите, посмотрите. Он замечательный, он очень красиво и незаметно смотрится. Но так как сейчас мы с вами все-таки работаем с новичками, да, с теми, для кого это вообще впервые, в принципе, для кого вязание не очень просто дается. Поэтому такую технику достаточно непростую мы пока не касаемся. Но на будущее я вам рекомендую. Просто поинтересуйтесь. Возможно, вам понравится немецкий способ вязания укороченных рядов. Итак, там просто так интересно петелька протягивается, как бы образуются 2 ножки из протянутой петли с предыдущего ряда, получается 2 ножки, и вот они провязываются. Ну, интересно смотрится, правда. Итак, первую петельку мы снимаем кромочную, и пока здесь никаких прибавок мы не делаем. Мы просто возвращаемся, провязываем 12 петель погона, 2 петельки у нас изнаночные, на лицевом ряду, на лицевой стороне они у нас будут лицевые. Дальше вяжем
8 петель и петель лицевые. На лицевой стороне они логично, что они будут смотреться как изнаночные, да? Провязали 8 петель лицевых и заканчиваем погон. Раз, два. Опять ставим здесь накид. Не забываем. Накид, который смотрит в сторону от погона. Он как бы обиделся и отвернулся. Да? Очень легко запомнить. Обиженный накид. Так, вяжем. Боже, что я говорю? Ну, зато я надеюсь, что такие образные сравнения, они позволяют лучше запоминать принцип вязания. И, ну и заодно развлекают, чтобы не так скучно было. Связали спинку, приблизились к погону. Делаем снова прибавку. Вот эту самую обиженную прибавку, которая смотрит в сторону от погона. И вяжем теперь 12 петель самого погона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Это вот та петелька, которую мы оставляли, помните, с накинутой нитью. Вот и 11-ю, 12-ю мы с вами должны провязать изнаночными. Раз, два. Теперь у нас с вами остается одна петелька. Мы на нее. Теперь у нас с вами остается одна петелька кромочная, и точно так же, как и вот в том ряду в лицевом, мы на нее просто накидываем нить, вот, и разворачиваем вязание. Мы с вами завершили вязание ростка. На кромочной петельке у нас накинута ниточка, и теперь наша с вами задача приступить к вязанию, к вывязыванию погона уже и со стороны полочек. Вот, мы будем с вами наращивать. Вот, мы сейчас с вами будем наращивать уже и переднюю полочку. Делается это точно таким же способом, как мы и вот здесь поступали. То есть мы будем вывязывать накиды, провязывать, делать накиды в каждом ряду. И в лицевом, и в изнаночном. Вот сейчас в этом первом лицевом ряду мы так и поступим. Итак, у нас первая петелька вместе с накидом остается. Затем мы делаем прибавку. Уже наращиваем переднюю полочку. Делаем прибавку. И уже без изменений, без каких бы то ни было манипуляций, просто провязываем полностью весь погон. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отлично, погончик мы провязали и тоже делаем прибавку. Теперь мы все время с вами будем делать прибавки с двух сторон от погона. И в лицевом, и в изнаночном ряду. До тех пор, пока не нарастим погон на ту длину плеча, которую вы сами для себя определили. То, о чем мы с вами говорили в самом начале. Мы с вами провязали ряд лицевой, приблизились к погону и повторяем действие. Делаем обиженную прибавку, которая отвернулась от погона. Вот, сделали прибавку. Провязываем 12 петель погона, 2 лицевые, 3 изнаночная, 4 изнаночная, 5 изнаночная, 6 изнаночная, 17. Изнаночная, 8, 9, 10 изнаночная, 11, 12 лицевые.
Так, молодцы. И теперь то же самое, что мы сделали в начале лицевого ряда, то же самое мы должны повторить и здесь. Перед кромочной мы должны сделать прибавку. Вот она. И кромочная петелька. Я ее провязываю лицевой. Мне это понадобится затем. Это будет удобно потом в дальнейшем, когда будут подхватываться и кромочные петли, для того, чтобы вывязывать оформление краев у изделия. Разворачиваем вязание, переходим на изнаночный ряд и повторяем действие. С двух сторон от погона мы делаем прибавление. Здесь у нас была одна кромочная, мы только что сделали прибавку, значит, соответственно, перед погоном у нас здесь уже что? Правильно, две кромочные. Видите, как все просто? Конечно, если бы были маркеры, было бы удобнее. Итак, две лицевые, начинается погон. Перед погоном мы ставим накид, ну, точнее, делаем прибавку, не накид, простите, делаем прибавку. Сделали прибавку и дальше вяжем погон. 12 петель. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Петли погона провязали. Что делаем? Правильно. Вот это делаем. Вот это вот мы делаем. Одно и то же действие нас с вами ждет теперь на протяжении всего вывязывания длины погона, который лежит на плечах. Пока что мы с вами полочку не наращиваем по линии V-образного выреза. Пока что мы ее просто наращиваем для того, чтобы она в принципе у нас выстроилась. Да? Помним, у нас будет ломаная линия выреза. Но на самом деле это не сильно заметно, это, в общем, практически незаметно. Это просто для простоты вязания, для того, чтобы лишний раз себе не забивать голову, что нужно делать дополнительную прибавку еще и здесь, на этапе вывязывания полочек. Ну что, я думаю, что дальнейшая демонстрация того, как я туда-сюда гоняю лицевые изнаночные ряды, я думаю, что это совершенно не нужно, это трата времени, поэтому предлагаю нам с вами теперь встретиться, когда и вы... И я провяжем наши погончики на выбранную длину. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. And got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay.